Aș vrea ca să mai fac o mărturie. Хочу также засвидетельствовать. Dar în timpul acesta rog să se pregătească fratele Sergiu Botnaru, slujitor din Biserica Betel Atlanta. Брат Сергей Ботнару из Атланты, церкви Бетел, прошу, чтобы он также подготовился. Да, ей для семени сустин, шняжута, гн лукрари. И также поддерживает на служение. Дому Салпинику Виндези. Господь да благословит. Апой фратели Дану, după cum a fost anunțat, este trimis misionar de aici din biserică și el va avea câteva mărturii. Brat Дану также направлен как миссионером отсюда с церкви, он тоже будет иметь возможность сказать. Timp de 25 de ani am fost implicat și în lucrarea societății biblice. В течение 25 лет я также был задействован в служении библейского общества в Молдове. Și am avut multe Biblii. И у нас было много разных Библий. În ultimii ani eu nu mai iscălesc Biblia mea. Последние годы я больше не подписываю свою Библию. Și nu subliniez nimic, я не подчеркиваю ничего в ней. Am ajuns la concluzia că am subliniat cândva și de acum era toată subliniată. И я пришёл к такому заключению, что я столько подчёркивал, что она вся была подчёркнута. Am zis, de ce să mai subliniez atunci? Зачем тогда вообще это делать? Anul trecut eu eram aici în America. В прошлом году я был здесь в Америке. Și eram la cineva, la o gazdă, la Atlanta. И я был у кого-то в гостях в Атланте. Și am văzut că fratele avea o Biblie veche și ruptă. Увидел, что брата, ну, старая такая поношенная Библия. Și cu zi înainte de a zbura acasă. И день до вылета. I-am zis, eu am terminat misiunea aici. Я закончил свое служение здесь. Și eu mâine zbor acasă. Завтра я вылетаю. O să găsesc o altă Biblie. Найду я себе другую Библию. Asta e aproape nouă, eu ți-o dăruiesc. Это почти новое, дарю тебе. El s-a bucurat. Он возрадовался. Dimineața când m-am trezit, утром, когда проснулся, el mă întâmpină, он меня встречает. Și zice, eu m-am trezit azi dimineață. Я проснулся утром. Am luat Biblia. Взял Библию. O cană de cafea. Чашку кофе. M-am dus pe dec acolo în spate. Я пошел там m-am сзади rugat, на порч и помолился. Și a zis, Doamne, vorbește-mi ceva despre lucrarea la care văd că l-ai chemat pe Romică. Я говорю, Господи, молился, Господи, проговори мне о чем-то из того, того служения, к которому ты призвал Ромику. Te rog să-mi dai trei versete din partea dreaptă. Дай мне три стиха с правой стороны. Și Ezra 7, 21. Ezra 7, глава, 21 стих. Eu, împăratul Artaxese, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în legea Dumnezeului Cerului, tot ce va cere. Până la 100 de talanți de argint, 100 de cori de grâu, 100 de bați de vin, 100 de bați de unt de lemn și sare, cât va vrea. Tot ce este poruncit de Dumnezeu Cerului să se facă întocmai pentru casa Dumnezeului Cerului, ca să nu vină mânia Lui asupra împărăției și asupra împăratului și asupra fiilor Săi. Ezra 7, глава 21 стих. И от имени царя Артаксеркса дается повеление всем сокровищехранителям, которые за рекою. Все, чего потребует у вас Ezra, священник, учитель закона Бога Небесного, немедленно давайте. Серебра до 100 талантов, пшеницы до 100 коров и вина до 100 батов и до 100 же батов масла, а соли без обозначения количества. Все, что повелено Богом Небесным, должно делаться с отчаянием для дома Бога Небесного, дабы не было гнева Его на царство царя и сыновей Его. Asta a fost experiența mea anul trecut. Это было мое переживание в прошлом году. Fratele a zis, da, văd că tu duci nu dincolo de râu, dar dincolo de ocean. Я вижу, что ты не идешь за реку, ты идешь за океан. Și eu de atunci tot spun, cine vrea să-i mai dăruiesc și Biblia asta, eu o dau. Я с тех пор говорю, кто хочет, чтобы я подарил и эту Библию, я могу подарить. Și asta este aproape nouă. И это тоже почти новое. Și Domnul să binecuvinteze așa după cum am spus. И Господь пусть всех нас благословит в Его служении.